нормальных пацанов. Ляля просто не терпит лохов. Ляля, город для нормальных пацанов. Ляля просто не терпит лохов. Темные улицы нашего города. Вечером с друзьями нам не бывает ход. Вот, а это на ком отдохнула природа. В нашем городе нет такого сумасброда. Мечеть наехал. Посмотрим поближе на это чудо. Ага. Такая градообразующим предприятием является целлюлозно-бумажная фабрика в Новой Ляле. Какой-то бумажный комбинат новолялинский. Здесь сразу же пожарная команда. Вон велосипедов сколько, как в Голландии. Здесь какой-то магазинчик раньше был. Тут я столовую присмотрел при целлюлозно-бумажном комбинате. Тут вот прямо будет дом культуры, по-моему. Я уже его снимал как-то раз зимой, правда. Такая улочка из старинных зданий. Вон какая красивая дума. Дума, депутаты ходят. И он тут был с помпой отреставрирован. Освоены бабки большие. Сейчас мы будем выезжать на мост через речку Ляля, конечно же. Вот эта могучая река, большая, красивая. По левому берегу движемся Новой Ляли. Это улица Свердлова. Ну, или привычнее для нас — Свердлова. Набережную возле Дома культуры улучшают. Вон лодки стоят рыбацкие. Там парк сделали. Какой-то тут снегоходы стоят. Старые, правда. УАЗик. Кунг для охоты. Магазинчик какой-то. Аромакор, колбасы, деликатесы. Девушка толстожопая ходит. Ой, выехал с частного сектора на какую-то дорогу. Тут цивилизация, дома. Улица Гайдара. Гайдар шагает впереди. Аптеку надо, что-то аптек здесь вообще нету. Улица Гайдара. Опа, хотел ЦБК посмотреть с левого берега, наехал на тюрьму. Церковь, одна из. Да, вон там вышки, есть какая-то промзона небольшая. Тут вот такие. Это я заехал в частный сектор со стороны зоны. Здесь вот у нас переезды. Дорога здесь сильно петляет по частному сектору. Вот я сейчас попадаю в город, получается, с северной стороны. Проеду опять через мост, через Лялю автодорожный. Но прежде хочу посмотреть старую дорогу на Лобову. Асфальтирована она или нет? Вот что мне интересно.
Потому что я как-то зимой ездил по зимнику, но это же зимой было. А вот смотрите, какой языки сделан. Болотоходец. Красивый. Функциональный. Так, это у нас улица Островского с выездом на Лобову Салтанова. Новая Ляля – город в Свердловской области, столица Новолялинского района. Основан в 1903 году, город с 1938 года. Население 11 596 человек, площадь 20 квадратных километров. Климат резко континентальный. Зимой морозы до минус 40 градусов и ниже, а летом жаришка под плюс 35 градусов и выше. Город расположен в северной части Свердловской области в лесистой местности, на восточном склоне Уральского хребта, на реке Ляля. Город находится в 282 километрах от стольного града Екатеринбург. Новая Ляля основан как рабочий поселок в 1903 году при открывшейся здесь бумажной фабрике и лесопильном производстве. По другим источникам, дата основания 1723 год. Она относится к строительству Лялинского медиплавильного завода, находившегося выше по течению реки Ляли около села Караульского. В 1914 году Никола Павдинская бумажная фабрика начала выпуск оберточной бумаги и пиломатериалов. В состав фабрики входили кирпичный завод и механические мастерские. В 1922 году был запущен целлюлозный завод, первое сульфатно-целлюлозное производство РСФСР, а в 1932 году открыт завод по выпуску древесных труб. В 1934 году открывается фабрика по изготовлению бумажных мешков. В 1936 году фабрика была преобразована в Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат. В годы Великой Отечественной войны в городе работал патронный завод номер 529, на котором выпускались патроны для стрелкового оружия, патронная бумага, калиброванный картон, минометные гильзы. В 1950-е годы на Новолялинском комбинате пущены в эксплуатацию картонная фабрика, деревообрабатывающие и мебельные цеха. В 1975 году при Новолялинском ЦБК открыт заводской музей, который с 1995 года преобразован в городской историко-краеведческий музей и был размещен в здании городского досугового центра. Скважину бурят, здесь Новая Ляля заканчивается, значок. Вот здесь у нас полигон бытовых, похоже. Ну вот, заезжаем в лес, асфальт по-прежнему нормальный. Вот наша развилка Лобова-Салтанова. Лобова 15 километров, Салтанова 1 километр. Смотрим, на Салтанова идет асфальт. А на Лобову грунтовка, я так и предполагал почему-то. Ну, эта грунтовка очень пыльная, вообще мараться даже неохота. На Салтанова идет асфальт. Салтанова я был. Видео где-то на Ютубе выложено. Можно посмотреть, что это за деревня. Так, вот у нас мост через Лялю. Такая она широкая, мелководная. Нынче пафосный садик. Опять райончик из одного частного сектора, состоящий, получается, по другую сторону железной дороги. Сплошь частные дома. Один ЖД переезд с другой стороны города. Так, это улица 9 января. По-моему, тут где-то вокзал должен быть, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. А, да, вот он. Кстати,
вокзал, и тут памятники всякие, вокзальные постройки всякие, туалет, соответственно, привокзальный, ну и, конечно, сама станция Ля-Ля. Вот она, красавица. Ну, вот тут на вокзале целый комплекс памятников военно-морскому флоту, пограничникам, десантникам и Великой Отечественной. Такой большой кедр какой, тоже подсохший. Так, это у нас школа, стадион школьный, все дела. Раньше был кинотеатр, сейчас он гнит. Опять попал на улицу с частным сектором, улица Уральская. Тут Жигули с мопедами гоняют, проехать вообще невозможно. Это единственный райончик, состоящий из одних панельных пятиэтажек. А все остальное частный сектор. Такая вот она новая Ля-Ля. Совсем не новая. О, аптеку хотел. Вот этого мужика я уже видел. Он тут, похоже, праздно шатается. Это что? Это магазин Люба. Школу номер 4 обшили. Больничка. И наш великий Куйвашев тут висит еще. А тем временем новая Ля-Ля заканчивается. Ля-ля, город для нормальных пацанов. Ля-ля, просто...